Ты за 3,5 года я стал сам астанчанином, можно сказать. И тоже вот болею за удачи города. И Астана, наверное, поражает самое большее – это динамичностью своего развития. Да. Это вот самое вот важное. Ну, пожелаю бы Астане всего самого лучшего. Стать городом-примером для Казахстана. Конечно, мы возим с моих гостей вот, посмотреть Байтерек и вот это окрестности вокруг. Рекомендуем погулять по набережной. Но мы всегда возим и на рынок. Потому что вот рынок – это есть что-то, которое сильно отличается от нашего рынка. И плюс здесь можно купить одни из самых вкусных в мире фрукты и орехи, пряности. Вот это. Еще одно место, где мы возим своих гостей – это Алжир. Ну, можно сказать, это тоже Астана. Все-таки это память жертвам политических репрессий – эта тема очень близка для нас, для литовцев. И, например, мы там построили за вот, 3 года назад, уже это были мои усилия, памятник литовкам, которые страдали в этом лагере, в этом месте.